вот такое собрание аистов, 8 голов, увидели на берегу Десны, в районе Орехового озера. Собрались, митингуют, обсуждают что-то. Симпатичные птицы, вон, частично улетают. Все, полетели, полетели куда-то. Видим, как аисты летают стаями, садятся на столбы и выбирают себе добычу новую. Такая жизнь аистов. Лягушек, змеи ловят. Видите, одни с другими стали стаи летают. Какой красивый. Кого-то увидели, летит ловить. Вон еще один, смотрите, сколько их. Целая стая. Кто-то сидит, кто-то летает вокруг нас. Такая жизнь аистов. Вот еще один летит. А вон, видите, сразу два сели на этих передачах. Один и два сели. Вон третий летит к ним. Целая семья. Два сидят, третий прилетел. Вон еще один прилетел. Вон еще один. Смотрите, сколько их много. Их тут целая семья. Ой-ой-ой-ой, полетели. Вот еще один. На нас прошились. Вон, 4, 5, штук 8. Раз, два, три, четыре, пять. Пять там прилетели. Целая семья она. Ой, раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Седьмой на вон сидит, восемь их. На вышке сидят. Улетают куда-то. Точно улетит, видите? Вон один сидит, второму навстречу летит. Тут хочу много. А вот парит прямо над нами. Высоко летит. Ой, этот. Полетел, полетел. Надоели мы ему надо. Еще один подлетает. Прямо крылом два даже. Ух ты! Вот у них сколько, видите, раз, два, три. Все к нам прилетели. Гнездятся. Вон их по два сидят, видите? Сколько их тут? Вон, видите, сидит на сосне, на нас смотрит. Сейчас улетит, мы ему не нравимся, видишь? Ну вот такие дела.